Всем всех благ, буду говорить на русском. Очень радостная новость. Наш цыганский брат жив. Наверное, месяцев 5 назад цыгане вышли ко мне на связь и попросили найти пропавшего без вести их родственника. Во многих сводках он числился как пропавший без вести, но вот через 5 месяцев мы нашли его. Он жив, в плену, и вот что мы получили в ответ. В связи с обращением в отношении военнослужащего Юренко Андрея Анатольевича сообщаю, что Министерством обороны Российской Федерации проводится работа по освобождению его из плена и возвращению в Российскую Федерацию. Со своей стороны, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Москалькова обратилась в Международный комитет Красного Креста о посещении АА Юренко, проверке условий его содержания на соответствие принципам и нормам Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Очень радостная и положительная новость, то, что не оставили в стороне, обратили внимание на цыгана и пытаются сейчас его вернуть домой, в Россию, к его родственникам. Всех всем благ.